Административным центром острова Кунашир является поселок Южно-Курильск. Практически из любой точки поселка открывается вид на величественный вулкан Тятя. Это самый большой вулкан острова Кунашир. Погода в Южно-Курильске не отличается благодушием. Очень часто туманы, дожди. Южно-Курильск – это поселок городского типа. Он является административным и промышленным центром Южно-Курильского района Сахалинской области. Население – 6 тысяч человек, по данным 2005 года. Когда-то на этом мысу находилась японская береговая батарея. Ее остатки можно увидеть и сейчас. Архитектура поселка не отличается особыми изысками, но думаю, что это относится к большинству поселков России, особенно расположенным на Дальнем Востоке и на севере. Но юные жители Южно-Курильска об этом пока не задумываются. У них другие проблемы. И я вдруг подумал, что такие городские пейзажи я видел совсем недавно, только совсем в другой части света, в Венесуэле. Я понял, что в обеих случаях дело в социальном строе, в социализме. Только у нас он уже закончился, а у них он еще в расцвете. Правда, к чести моих сограждан, здесь нет открытых свалок мусора, которые в Венесуэле встречаются практически на каждом шагу, прямо между домами. Должен заметить, что гостиница, в которой мы жили, несмотря на ядовитый цвет, выглядела очень прилично. Из окон гостиницы открывался вид на океан. А ночью можно было услышать его грозный и могучий шепот. Николаш, это город, который называется Южно-Курильск. Не знаю, город или поселок, но это самый большой город острова Кунашир. Вот сейчас мы находимся на улице, которая называется Океанская, Ocean Drive, почти как в Майами. Вот здесь, вот за этими хибарами, сразу же начинается Тихий океан. Но мы сейчас дойдем до магазина, посмотрю, что предлагает торговля кунаширская. Может, что внукам любимым куплю. А потом дойдем до океана, и там тебе еще поснимаем. Вот это Ocean Drive. Как от ветра утепляют дома, видишь? Тут рубероид там. Вкусня. Вкусня. Самая тусовочка. Да, это о, картошка сам... появилась в магазине. Ocean Drive. Это положение Ocean Drive. Магазин на улице. Так, супер. Супер. Фирменный магазин. Давайте распаковывайте. Я приду. После осмотра местных достопримечательностей нам захотелось посидеть на чистом воздухе, на берегу океана. И мы решили устроить небольшой пикник. Вот Сергей. И вот девчонки. Вот девчонки, вот Сергей. А вот эта тезка. Ну, мне не обязательно.
Немного опоздали. Я думаю, что купаться уже никто не захочет. Если бы... Величественный вид океана и традиционные русские напитки очень быстро подняли наше настроение. Серега идет, мы с океана идем. С океана идем в гостиницу отдыхать.